Долгая дорога к дому. Жители небольшого поселка под Новосибирском уверяют, кот по кличке Джозеф проделал огромный путь. Его хозяин Семен Курбатов поехал на машине в Омск навестить отца. Кота взял с собой за компанию. В первый же день на новом месте Джозеф пропал. Его долго искали, расклеили объявления по всему району безрезультатно. Семен уже смирился с мыслью, что с питомцем произошла беда. Приехал один в Новосибирск, сообщил семье печальную новость. И вдруг через 4,5 месяца Джозеф объявился на даче, где летом отдыхал с хозяевами. Он прошел 700 километров через тайгу, холмы и болота. Вернулся грязный, худой, но главное, живой и здоровый. Я его узнаю. Мой кот. Я его обнимаю, все. На имя он не реагирует, ни на что не реагирует. Вот. Ну а когда домой привезли, он уже по подъезду, когда поднимаюсь, он слышал знакомый, с сумки начал рваться. Летом и весной я его не знаю, как я его на дачу повезу, потому что вдруг он с той же дачи под Коченево. Может, это побежит обратно в Омск или сюда же в Новосибирск. По словам Семена, по пути в Омск кот все время смотрел в окно. Молодой человек уверен, Джозеф, недовольный поездкой, уже тогда строил планы, как будет возвращаться домой. И поэтому запоминал дорогу. Случаи, когда коты преодолевают огромные расстояния, не редкость. Рекордсменкой считается кошка из Австралии. До ее любимого дома в деревне было 2500 километров. И она его нашла.